Сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Одинцовскому городскому округу возле дома на улице Маршала Жукова задержан 33-летний местный житель. В ходе личного досмотра у мужчины были изъяты медицинский шприц с веществом внутри, а также стеклянная колба с остатками наркотического вещества. Кроме того, при осмотре квартиры оперативники изъяли 3 полиэтиленовых свертка с порошкообразным веществом. Экспертиза установлена, что оно содержит героин общей массой более 64 граммов. Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.